Добрым утром, народ. Вот где мы находимся? В Сифоре, на шопинге. Я на таком стульчике прикольном сижу, кручусь. Наташа здесь застряла уже на час. Вот Наташа. Вот Наташа. Это у нас просто последний день уже. Осталось 5 часов, и мы застряли на выборе. Какая помада нравится, да? Я не вижу, я в очках, но мне все нравится. Бери, идем. Очень классно. Банды замазала круги, потому что... У нас такие круги. Просто Наташа сегодня снова еле встала. У нас такие головные боли. Головная боль дикая просто. Слушайте, и у нас до поезда 5 часов, снова напоминаю, но мы не гуляем по Кракову, мы гуляем по Сифоре. Я хочу сказать, вот этот вот Тарджет Тейп, это я взяла ультра, хочу взять ультра креме, а есть просто, ну, как он... Громче говори, потому что музыка. Громче хочу сказать, вот этого количества, это не то, что много, тут просто капельки надо. Оно так, ну, то есть это на всю жизнь хватит, я не знаю. Ну, все, отлично, тогда бери, идем, думаю, да, что ну, это. Ну, сейчас. Хвастаюсь браслетиком, как он идет, мне красненький выбирали. Смотри, классно, сифоровская, да? Сифоровская помада не отмывается. А, да. Сифоровская помада мицелляркой. Ну, все, сегодня у тебя такие руки будут. Не, я сейчас пойду оттерусь. Так, ну все, и надеюсь, дальше уже хотя бы прогуляемся чуть-чуть. Застряли на Флорианской возле Барбакана, снова вышли. Красиво. И прошли наш магазинчик, в котором мы купили Наташе обувь. Она в ней сегодня была на завтраке, прикольно. Чтобы голова не болела, было бы круто. Но попалась по пути Сифора, и мы пропали. Ну, я не знаю, конечно. В Эмиратах тоже Сифора есть, в Киеве тоже Сифора есть. Ну, может, здесь какие-то распродажи, я не знаю. Ну, вот, короче, Сифора большая, прикольная. Она в прошлый раз, по-моему, здесь была. Ну, Наташа что-то надо. Я сижу, жду. Бублик уже поела вкусный. То есть, эти бублики дешевле, по 2,50, не по 3. Так что я хотя бы бублик съела. Так что оставайтесь с нами, пойдем гулять, не знаю. Тут, ну, пока вот по Сифоре гуляем. Кстати, вещи мы положили в нашем отеле. Можно положить вещи. Вот такая Сифорища просто большая. Наташа говорит, нужно хватать все и снимать. Серж Лютан, да? Ну, я видела, когда пробегала эту серию. Так, и что, рассказывай. Это молочный зуб. Молочный зуб так называется? Да. Молочный зуб. Но я бы опасалась такое вообще брызгать на тело. Молочный зуб. Мне пока не нравится. У кого-то молочный зуб выпал, и я должна это брызгать. Что это за фигня такая? Так, смотрим цену сразу в злотых. А почему одинаковая цена 50 мл и 100 мл? Да, интересно. Непонятно. Это, наверное, разные эти. А, это Collection Noir, Collection Birch. А Серж Лютан 100 мл 629. Наверное, вот там что-то. Ну, вот такие быть. Коллекции есть. Есть я такие. Так быстро не могу описать. А ну, подождите. Ой, боже, нет. Я хотела Амбер Султан понюхать, а ну, вон он стоит. Не, ну, красивые бутылочки, красивые. А у нас же есть, помнишь, мы купили? Да, мы даже где-то... У нас было видео описано. Даже пряный. Не понюхать. Пряный, он похож... Пряный, румяный. Кстати, он похож на этот, на Амуаш. Он похож на Амуаш, который... уже я забыла. Ну, рассказывай. Пробник я купила, забыла. Фейт. Ну, точно Амуаш. Если вдруг что, припишем в комментах, но я не уверена. Такой специевый. Со специями, специи, да. Специи, красивый. Интересно, специи. Этот какой? Фиолетовый. Лаванда, что ли? Пьюр-нуар. А ну? Не понимаю, цветок какой-то. Цветочек, но такой немножко он как... Не яркий, ну, в принципе, и хорошо. Не могу понять, ну, как такого нету такого яркого, что тебе сразу в глаза просто бросается, и у тебя нос отрывается от этого всего. Это берлинское дело? Берлинское дело? Ну, давай посмотрим. Про Диву тоже у нас были какие-то видео, только про другую, про Диву. Что интересное, не могу понять пока свежесть. Цветы. Слушай, как джем какой-то. Да, что-то такое вот. Можно даже хочется съесть или лизнуть. Угу. Хочется съесть или лизнуть. А так называется берлинское дело. Да. Дело ты в порядке. Филе де Берлин. Ну да, еще раз бутылочку. Вот это вот рекомендуем понюхать. Что-то интересное такое. Мед какой-то, ну джем. Я надеюсь, может, это, может, это фига? Видно, мне еще язычки очень плохо видно. Может, это фига как раз? А, вот фиговый я джем типа. Не знаю, я никогда не нюхала. Это я даже не могу перевести. Угу. Ой, пахнет палочками из индийского этого магазина. А ну-ка. Ну, у меня первый. Дай-ка я обойду, вот так буду показывать. Первое впечатление. Mm. Вот первое впечатление, не знаю. Палочки из индийского магазина. Ну, такие. Ну, тоже неплохо заходишь, такой думаешь, вау, я в отпуске, я в Индии. Что это у нас такое?
5 часов. Джинджер амбра. Чего-то там 5 часов. Джинджембра. Господи, что ж написано? Тоже специи вы какой-то. Это не печенье, это какие-то специи. Вот тоже, вот очень это. Ой, это очень жестокие специи, это нужно любить. Это насыщенное, а это мне наоборот. Вот это насыщеннее, это легче. Ты знаешь, вот такое нужно любить. Такое вот. Уже специи бросились, ты уже не хочешь их. Ну, у меня такой, вот ой, аж в виске заколола. Феминит Дюбуа, это железное дело, по-моему, берется. Это берлинское дело, железное дело. Должна понравиться, да? Опять специя какая-то. Я не могу понять. Жвачка? Жвачка. Ну, жвачка. Баблгам какой-то. А мне специя. Мне жвачка. Ну, кстати, ничего такое прикольное. Да? Да. Так, что мы еще? Вот это что-то не нюхали. Сержелютан. Сантал Маджусклю какое-то там. Сантал что-то. Ну, так приятно, когда все ходят. А, ну, не надо дерево. Ничего убирать. Сандаловое камеру это надо дерево. Убирать. Да, ну такой еще пряничный привкус. Надо такое вообще бы никуда бы не делать, честно. Ни в офис, никуда бы. А если в самолет, только что возле меня никто не сидел. Не знаю. Давай ты что-нибудь еще. А это что такое? Давай. Это вообще интересно. Лё. Это просто вода. В смысле вода? Ой, красиво. В смысле вода, не поняла. Называется Лё Серж де Лютан. Не знаю, как сейчас опишу вам. Скажи. Цветок какой-то нежный такой, вообще, нежный. Как с поля сорвали. Вот лилия, но не лилия. Лилия может быть жесткая. Такая, красивый. Да, нежный такой, интересный. А что это? Пароль, бьюк, не знаю. Ну, сегодня у нас ароматы Польши, которые продаются. Ой. В Польше. А это что-то, как эвкалипт? Да, эвкалипт, знаете, лечебная. Когда я обычно мажусь, Наташа говорит... В комнате пахнет какими-то бабушкиными запахами. Знаете, только в раздевалку к спортсменам заходишь и пахнет таким апизотрончиком. Это вот типа вот сейчас такое. Петит. У нас была дева Петит. Помните Диву? Ой, какое лицо. Я, наверное, заставку это лицо поставлю. Ой, фу, что это? Это напоминает вот это вот то, что в Эмиратах есть. Такое, знаете, как ут. Когда вот кто-то, как это, сначала пахнет какашечками, а потом уже пахнет нет, ароматом. Нет. А мне какашечками пахнет. Ну тут нет тоже. Какое-то как почему аптека, пахнет какашечками? Какие-то травы. Нет, это не тут специи, не трава, не трава. Короче, вот это что непонятное. А ну покажи, что вот это вот. Вот. Вот это вот можете нюхать, если хотите, чтобы опять-таки с вами никто не здоровался и не ходил. Вот можете не надо, набрызгаться. Не надо плохо об аромате. Это сейчас первое впечатление. Если бы ко мне подошел человек с таким ароматом, я подумала, что извините, он короче, мне кажется, ты знаешь, вот время этих ароматов уже типа не модные. Ну вот этот классный, мне нравится. Ну это да, самый приличный. И берлинское дело мне понравилось. Берлинское тебе понравилось? Да, вот такая мне она вот вроде ничего как. Мне вот этот понравился аромат. Какой? Ну вот этот просто вот, вода. Хотя тут смотри, 5... А, это Серж Лютанс, да. Вода. Вода Серж Лютанс стоит 629. Я набрызгаюсь лютансом. Тут что-то есть такое типа мужское. Главное, у тебя не брызгайся какашечками свежими, и все будет хорошо. Тогда мы спокойно погуляем по Кракову. Ты это... Да, давай еще раз покажу коллекцию. Ну, как, Серж Лютан, он интересный. Интересные ароматы. Это что? Ой, Наташа, ты себе выбрала? Это мое, да. Это а что это такое? Расскажи тогда, пожалуйста. Тебе же показала только что. Помадка Сифора. Помадку я не снимала, смотри, по-моему. Я вытирала санитайзером для рук, я вытирала мицелляркой этой это сифоровской, вот. И вот оно осталось. А это я взяла себе консилер. Сколько стоит консилер? 145 злотых, так. Это 49 злотых. А помада стоит 49 да, злотых. Да, то есть вот тут в Сифоре, в Европе, сифоровская именно линейка, она дешевле, чем... То есть она дешевле, она классная, потому что такая... Ну, мне нравится. Сижу уже, жаловалась нашим подписчикам, что мы зашли в Сифору и потерялись на час, но время в Кракове у нас осталось уже меньше 5 часов. Сейчас уже час, поезд у нас в 6, из отеля нужно выйти в 5. Ну не поезд, электричка в Пшемысль. А из Пшемысля уже мы будем стоять на Интерсити очередь. И надеюсь, доберемся в Киев завтра. Я прошу прощения, какая тебе дева понравилась? Какая? Берлинская дева. Сейчас, подождите. О, понюхай еще раз. Цвет кровавый. Ну, кровавая берлинская дева. Черт, назовем ее так. Не знаю, просто мне в очках еще так подсвечивает. О, боже. А ну давай, что-то я не то сказала, да? Нет, она тяжелая. Я не могу понять. Ну, она прикольная. Да кого такие блотеры? Вот, не знаю. Мне нравится. Нравится? Вот это вот... Я не сюда. А ну вот, опиши ее, опиши. Мне фиговое что-то. Опиши. Мне джем. А вот джемовый фиг, я хотела сказать. Ну, фиг еще ток. Вот фиговый джем, что-то такое сладенькое, но не приторно, не гадко. Не приторно. Я же не люблю сладкие ароматы. Мне кажется, что как-то нюхаешь джем какой-то, вот, и там что-то вот есть ягоды. Еще в джеме. Ну, добавочка с чем-то, еще микс какой-то. Может, лесные ягоды. Но сладость, это не ванильное. Ну, понюхать интересно его, попробовать. Я хочу на спонж. Я хочу на спонж нанести.
и оставить. И... О, а оно не красится? Ой-ой, что, серьезно? Ну-ка. Да, вот это кровавая берлинская дева красится. Кровавая берлинская дева. Тебя так, брызнет? Так и назовем. Нет, мне, упаси боже, за что, не надо. Я уже чем-то, по-моему, побрызгалась. Нет, классный аромат, но... Ну, не, ну надо выбирать, надо любить. Ну, вау. Все, Наташин выбор, Наташин шопинг, классно. Снова шопинг на Флорианской улице. Ну? Смотрите, какая да. красота. Угу. Значит, тут, ну вот. Ну, во-первых, тут можно присесть на стульчик и сделать себе макияж. Вот мусор. Мусорка здесь, мусорка. Да. Дальше вот что? Вот, смотри, для этого, для губ. Для губ такие, да, штучки есть, нет, есть. Покажи ее. Ну, чтоб не это, не. Ага, вот есть, такой. Есть. Дальше есть. Всякие эти вот смывалки, умывалки и салфетки, и спонжи, и санитайзеры, видимо. Предательское увеличительное зеркало. Ух, какая Наталья большая. Смотри, это что какие такое? Спонжики. Ну, да шоколадно, нет, конечно, да, прикольно. Нет. А ну что так, еще? Что двигаемся. Что еще здесь это есть? Очиститель для кисточек. Ну, да, в Польше сифора это... намного интереснее, чем в Эмиратах. Чего? Просто здесь тебе не это нормально. Ну, слушай, в Эмиратах постоянно мы подходим, заканчивается то блотер, то спонжик. А, ну да, кстати. Это вот санитайзером для руки обмывала. Ага. Прикольный, да? Потом это мицеллярка, ну, я сейчас тоже ему видео сделаю. Для... Санитайзер, ну, себе. Ну, салфеточки, пожалуйста, пользуйтесь. Ну, прикольно. Друзья наши, ну вот такое видео. Зашли, вам тоже сняли ароматы Польши, сифора, Серж Витан. Все классно. Желайте нам удачи, хорошо добраться домой. Оставайтесь с нами. Благодарны за ваши лайчочки. Всем пока. Хороших покупок. Если есть возможность. Дай Бог, чтобы была возможность. Пока. Да.